На конкурс дети читают стихи. Евневич Евгения, 7 лет, Москва. Стихотворение Марины Бородицкой «Котенок». Котенок был такой прекрасный, котенок был такой несчастный. В лапах он едва стоял, и так смотрел, и так дрожал. От мягких ушек до хвоста. Он был, конечно, сирота. Он не мяукнул. «Выручай!» — сказала мама. «Не мечтай!» «Промяукал мне!» «Спаси!» — сказала мама. «Не проси!» Он всхлипнул, сморгал глазами и перелез на туфлю к маме. Вздохнула мама. «Как тут быть?» Я закричал: «Установить!»